Продукты мои фермерские не трожь. Признавай поражение и брысь с моего онлайн-магазина. Сам брысь из моей блогерской студии. А вот и завтрак. Самое время сесть за стол переговоров. Ну правда, хватит уже из-за чердака ссориться. Поделите его поровну. Врагу не сдается мой старый чердак. И бутербродами своими неправильными сами завтракайте. Мы еще посмотрим, кто кого. Ложись! И сколько это будет продолжаться? Мы уже все перепробовали. Даже бутерброды. Я их такими никогда не видел. Не знаю, что делать. Может, само все уляжется. Скорее отвалится. И кто в нашем доме за порядком следить будет? В доме за порядком обычно домовой следит. А вот на домового ответственность перекладывать не надо. Сами разберитесь. Все, мы в парк. К вечеру конфликт должен быть улажен. Как улаживать будем? Прием, прием. Домовой за порядком следит. У меня есть мысль. Получай! Операция «Домовой» начинается. Довольно! Кто осмелился устраивать бардак на моем чердаке? Ой! А? Кто здесь? Я домовой и беспорядок не потерплю. Освободите жилплощадь немедленно. Это незаконное выселение. У меня еще бабушка тут жила. Ах так? Меня не слушаться. Ну, держитесь. Что? Я не готов выселяться. Я еще популярным блогером не стал. Я никому я свой чердак не отдам. Чего это он твой? Мой. Мы теперь оба без нашего чердака можем остаться. Тут действовать надо. Мы наш чердак не отдадим. Круто ты, пап, с домовым придумал. Думаешь, они нас не рассекретят? Я инженер. У меня все продумано. А почему домовой голосом папы разговаривает? Шарик, ты балбес. Ну вот, скоро мама приедет, а у нас и тишина, и порядок. Сейчас мы ему покажем! Ух ты! А что происходит? Ловить его будем! На муке следы видно, я в детективном сериале видел! Посторонись! Вот это да! Давай стремянку сюда, дядь Федор. А зачем? Скрытые камеры повесим. Быстро вычислим, где этот домовой прячется. Крепче приколачивай. У меня камера тяжелая. И самое важное, отвар из лука и старых тапочек. Он домовых в гипноз вводит. Это мне бабушка в детстве рассказывала. С вами говорит домовой. Теперь вся квартира моя. Убирайтесь с моей жилплощади. Ай! Ой-ой. Это не мы, это домовой. Их, я сразу знал, что это неправда. Домовые в городе не живут. Они, как и я, деревню любят. Просто мы не знали, как вас примирить поскорее. А нам этого очень хотелось. И у вас получилось.
Дорогая, докладываю. Операция «Домовой» завершена. Уборка тоже почти. Мы пришли к мирному соглашению, и теперь на чердаке будет магазин Матроскина. Я возражаю. У нас на чердаке будет студия Шарика. А я, как благородный блогер, уступаю место для дурацкого магазина. Не-не-не, там будет бесполезная студия. Нет, там будет никому не нужный магазин. На тебе, получай мой чердак! Да у меня еще прадедушка тут жил! Ах, перемирие было недолгим. Не волнуйся, дорогая, я люстру крепко прикрутил.